Тем временем Германия и Франция предлагают создать фонд поддержки европейской экономики, куда будут направлены 500 миллиардов долларов. С таким призывом выступили президент Макрон и канцлер Меркель по итогам двусторонней видеоконференции. Лидеры обеих стран отметили, что Евросоюз переживает худший кризис своей истории, и меры по спасению единого рынка Старого Света являются неотложными. Деньги из фонда восстановления будут направляться в наиболее пострадавшие страны и отрасли экономики.